Судьбоносный день в истории Белшины. Сотрудникам представляют нового генерального директора. Александр Ковалев получает удостоверение из рук председателя концерна «Белнефтехим» и принимает поздравления от руководства области и города. Выбор кандидатуры не случайный. Опытный специалист знает производство на все 100. Родному предприятию отдал 26 лет. Начинал учеником вулканизаторщика. Последние 5 лет был заместителем главного инженера по техническому развитию. Заводская школа позволила мне взглянуть на проблемы предприятия глазами человека с завода. Очень многое предстоит сделать. Это и реализация новых инвестиционных проектов, и завершение ранее начатых. Необходимо двигаться, предприятию необходимо развиваться, иначе затопчут, обгонят самые пронырливые. Сегодня предприятие – одно из крупнейших производителей шин в мире. В торговом портфеле более 370 моделей для легковых, грузовых, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электрокаров, автобусов, тракторов и сельхозтехники. Компания уверенно чувствует себя на международной арене и демонстрирует – белорусы могут производить качественный, конкурентоспособный товар. География поставок свыше 20 стран. 90% экспорта уходит в Россию. За 22 год предприятие сработало с прибылью, то есть сработало эффективно. Мы продали порядка 4 миллионов шин. То есть это как в Беларусь, так и в Российскую Федерацию. Ну, ассортимент полный, начиная от легковых автомобилей, заканчивая карьерными самосвалами, которые в добыче работают. Товарный выпуск продукции предприятия порядка 100 миллионов белорусских рублей по месяцу. Гордость компании – завод сверхкрупногабаритных шин. Тут создают широкую линейку продукции для карьерных самосвалов грузоподъемностью от 45 до 350 тонн. С 2015-го на СКГШ проходит крупная модернизация. На производственных площадях воплощается в жизнь инвестиционный проект по выпуску радиальных шин. Техперевооружение приносит ощутимые результаты. Промгигант улучшает качественные и количественные показатели работы. Каждый цех ощутил на себе именно эту модернизацию. То есть были закуплены новые линии резиносмешения, были закуплены линии для раскроя металлокорда, по выпуску профилированных деталей, сборочный комплекс, который может производить шины с посадочным диаметром как 57 дюймов, так и 63 дюйма. В условиях санкционного давления здесь научились лавировать, выстраивать логистические цепочки и покорять новые рынки. Например, сегодня прорабатывается вопрос по изготовлению шин для карьерных самосвалов грузоподъемностью 110 и 136 тонн для Ирана. Ставку делают на уникальные разработки. В ближайших планах выпуск инновационной продукции ArtMotion Premium, которая по своим техническим характеристикам аналогична шинам Michelin и Pirelli. Автомобилисты оценят. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.